Всем привет! Сегодня мы с вами будем пересаживать вот такую орхидейку, достаточно уже взрослую. Вот она уже нарастила мне корней, которые торчат в разные стороны. И плюс я думаю, что возможно я буду ее омолаживать заодно, потому что орхидея старая уже. Вот, ну сидит здесь, в этом горшочке она висит уже почти год. Вот тут и пеностекло, и керамзит у нее. Сейчас посмотрим. Да, только пеностекло и керамзит. Горшок очень большой, я бы, конечно, хотела бы его уменьшить. Но вот такой. Поменьше хотела бы. Это уж такое ведро. Конечно, когда я ее пересаживала из коры, я что-то вот решила, что надо ей такой горшок. Хотя, честно говоря, я не помню, в каком она сидела в коре. Возможно, даже и в этом. Ну, не суть. Тут у нее есть немножко один раненый листик. Она его отсушивает, плюс еще цветоносом пробитый. Вот такая достаточно крупная орхидейка, большая. Так, шея, ну, естественно, длинная. Так, пеностекло. Пеностекло везде у меня тут, и на дне, и в середине посадки, и сверху. Это тот период, когда пеностекло было только куплено. Я пока по количеству посадки определяю, потому что тогда я его просто в каждую посадку ложила много очень. Сейчас, конечно, вот перебирать трудновато будет, особенно когда еще в посадке лечу запон, когда из трех компонентов у меня посадка. Ну, просто чтобы грунт разделить, я теперь как бы разделяю, не сажаю так, потому что при пересадке тяжело перебирать. Горшок не жесткий такой, он такой достаточно мягкий, но просто большой. Не охватить его руками. Не как-то не взять. Как бы не треснул. Можно в него еще посадить кого-нибудь. Так. О, плотненько сидела. Длинная шея, как я и говорила. Все это, короче, я буду убирать, так как хочу ее все-таки омолодить. Она мне не полита, сухая. Тут есть даже у меня сухие корни. Так,
Сейчас я сразу, чтобы не тормошить, прямо сразу я отрежу лишнее. Так, а тут мне нужно будет немножко распутать. Очень тяжело, конечно, такая копна у нее корней. Так, мочить надо, потому что тяжело, конечно, сухие, прилипшие. Пойду намочу ее. Так, ну вот. Мы помылись. Так, один лист мне пришлось снять, тот, который был поврежден. Но вот этот тоже. Но я пока не буду его снимать. Оставлю его, конечно. Но он уже... Я думаю, скоро она его сама отжелтит. Потому что он, видите, здесь уже у нее почти как бы отваливается. Ну ладно. Оставлю, так и быть. Так. Что у нас тут с корнями? Корней много, да? Несмотря на то, что убрали еще больше. В принципе, можно было бы еще немножечко укоротить. Вот снять вот эти корешочки. Оставить только верхние. Ну ладно, оставлю пока. Пока не буду все отрезать. Пусть нарастит мне еще красивых корней. Так, лист просто падает этот. О. Все равно вот корней, как говорится, куча. Не запихать прям ее в горшочек. Но горшочек больше я брать не буду, конечно. Как тот, это вообще. Это было ошибкой посадить ее в огромный горшок. Ну, просто когда я ее тогда пересаживала, я сохраняла все корни, видимо. Поэтому такая борода корней влезла только в огромный горшок. Это понятно. Вот, а сейчас мы ее омолаживаем, лишнее отрезали, поэтому она влезает и горшочек чуть меньше, чем тот. Так, ну что... На дно керамзит, как обычно. Я вообще больше теперь все-таки сажаю керамзит. Прям полюбила, не могу. Керамзит разной фракции. Так, берем ее керамзит из старой посадки. Крупный. Там прямо вот такие есть большие на дно чуть-чуть положим ей. Она, кстати, цвела не так давно, поэтому я решила сейчас ее омолодить. У меня там на очереди была еще одна орхидейка пятнистая. Представляете, я жду, пока у нее цветочки, она сбросит, там два осталось у нее. Такая уже руки потираю, и там у нее длинные корни торчат. Прямо думаю, вот то, что надо мне сейчас ее тоже омолодить. И смотрю, у нее с другой стороны цветонос. Я, конечно, рада, что она цветет без конца, но мне нет возможности ее пересадить. Ну, вернее, я могу, конечно, это сделать. Вы меня знаете. У меня рука не дрогнет. Ну, вот
Чего-то прям как-то думаю, ладно. Пока не буду. Хотя, завтра, может быть, я встану с другими мыслями. Вот так что-нибудь меня переклинит, и я подумаю, а почему нет? И пересажу. Корешки видно очень хорошо. Керамзита мало. У меня тут во всех горшочках перебранный намытый керамзит. Он как в бездну падает, этот горшок. Пропадает прям куда-то, смотрите, опять нету керамзита. Взяла немножечко вот оттуда, с ее посадочки, с предыдущей, наковыряла. Ровно она у нас стоит. Вроде ровно. Тут такие у нее не мелкие были. Не мелкий керамзит. Потому что керамзит-то мелкий раньше что-то в дефиците как-то был. У меня, видите, только такой вот средней крупной фракции в основном у старых орхидей. Прямо такие крупные достаточно. Опять попроваливался. С этой стороны опять оголилось все. Так, ну сюда сверху я положу пеностекло. Прикроем корни. Так вот красиво. Чтобы было у нас красиво. Кстати, я привезла спадбонд с дачи. Вот. Ну, все хотела сходить купить новый. Ну, так как все магазины прикрыты у нас. И всякая ерунда закрыта, так сказать. Ничего такого не купить сейчас. Пришлось на даче отрыть. В прошлом году я покупала для притенения стекол. Вот, и я как бы остаток, ну, отрезала то, что мне надо, остальное на дачу увезла. Вот, нашла на даче, привезла обратно. И буду все, ну, на кухне, в комнате там у меня только на одной половине окна притенение. Надо сделать на все половинки аккуратненько. Вот, потом покажу вам. Потому что, в принципе, погода плохая у нас сейчас, но если солнце, то оно, конечно, греет хорошо. Я боюсь, что у меня там мои подопечные, которые стоят на окне, могут пострадать от солнца. Там у меня глоксинии в пакетах. Я их пока не спешу даже проросшие из пакетов вытаскивать,
потому что они очень сильно быстро пересыхают. Вот, у меня есть такой опыт. Я даже летом держала их в пакетах. Ну, конечно, может быть, кому-то это покажется неэстетично, но зато они хорошо росли, не вяли, и я могла уехать на дачу. Приезжаю, они у меня в пакетах, цветут буйным цветом. Открыла пакетики, полюбовалась и закрыла опять, и уехала опять. Ну, потому что вот было жарко, и очень сильно вяли они. А глоксинии, сами знаете, их если перельешь, то все. Слово на букву «Ж». То есть сразу черная ножка, все гниет, клубень гниет. Особенно сортовых. Капризные в этом плане. Ну или мне так везет. Поэтому отвлеклась я, короче, от орхидеи. Вот какая красотень у нас получилась. Ну, правда же лучше, чем было? По-моему, очень даже лучше. Намного. Так, сейчас посмотрим корешки. Корешки. Все видно. Нам надо было, чтобы видно было. Так, они сейчас зеленые. Керамзит у меня частично там. Есть сухой, есть немножко влажный. Пока не буду мочить ничего. Хоть есть мнение, так сказать, более опытных архаманов, что, допустим, если сухой керамзит, а корень мокрый, то керамзит высасывает из него воду. Ну, я не знаю. Как бы я не присутствовала при этом высасывании воды из корней. Ну, в любом случае, я наблюдаю за своими орхидеями. Я вот, если я сегодня ее пересадила, то завтра я к ней всяко подошла и посмотрела, высосена вода или не высосена. И если она вдруг высосена, тогда я быстренько ее добавлю. И все у меня будет замечательно. Вот так вот. Так что не бойтесь, пересаживайте. Керамзит, пеностекло, у кого что есть. Не пожалеете. Корни видели, как растут, что даже не жалко обрезать. Ну все. На этом посадочка закончена. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.